Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Фантом, Сок Яблочный, как всегда, очень много подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классный режим, потому что я буду за чужого и буду мочить пацанов. Но у нас будет непростой режим, я буду выбирать пацанов никнейм, говорить, кого я буду мочить, они должны будут его охранять, а я должен именно этого игрока постараться убить. Ну, вселиться и встать большим и всех замочить. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, мы будем начинать. Хожу после пацанов, они мне ничего не делают. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Веселимся, угораем. Так, Сок Яблочный. Я не знаю, какой у него есть скин. Капхед, капхед. А, капхеты. Хорошо, хорошо. Блин, рядом, рядом. Так, капхед, готовься. Я буду сейчас так жестко тебя атаковать, как никогда. Пацаны, вы защищайте его. Кстати, тут кактусы дамажат. Да, я знаю, по 5 хп. Ого, ты псих. Легче, легче. Вижу, вижу. Видно меня, да, везде, что да. ли? Возле так... домов видно. Не-не-не-не-не. Я когда не двигаюсь, меня очень тяжело заметить. Просто нереально тяжело. Не хочу за ним бегать. Кстати, вы заметили, я чистил карту специальным оружием и вообще перестал лагать. Более оптимизированно стало идти. Так где же капхет этот вонючий? Ты такую нычку нашел? Так ты что, ныкаться вздумал? Да. Я не разрешаю. Выходи, подлый трус. Это вестерн, дуэль один на один. Ты маленький, ты меня сожрешь. Ты тоже маленький, ты должен меня видеть. Ты слепой. Блин, я за это... Об кактусы сдох. В кактусы нельзя залазить. Где ты близко? Эй. Блин, опять я об кактус ударился. Слышь, успокойся, псих. Не, я псих. Ты мне никогда в жизни не найдешь. Да конечно, я тогда выбираю другую жертву сейчас. Потому что я тебя не найду, конечно. Карта реально, там подземелья есть, нычки. Даже есть тут колодец, например. Да, да, я дам тебе подсказку, я в колодце. Ты в колодце. Какой ям? А где же тут колодец? Где-то я его видел. Сейчас. Так, здесь нету. Здесь нету. Ты в воде, получается, там такая яма, да? Да. Понял. Так, ребята, ага. Нашел. Сейчас вылетит. Вас так много. Эй, слышь, успокойся, псих. Я просто хочу в колодец попасть. Он красава, красава. Блин, ладно, ладно, убил. Не спорь, красава. Этот вонючий колодец еще тяжело запрыгнуть. Слышишь, не дали мне долететь вниз. Ах ты подлец. Еще чуть-чуть. Хорошо защищаете, мне нравится. Ого, я улетел за карту. Вы че, пацаны, не... Да полегче! Я его убью все равно. Я все равно убью его. Да не. Да почему не это, да? У меня хорошая защита. Капхед, ты че прыгнул в колодец к нам? Мы тут соком яблочным отдыхаем, а ты нам мешаешь. Я возле него тут... Мне нравится такой с пулеметом стоит и смотрит. Не понял, где кто. Серьезно? Серьезно. А я думаю, кто долетит? Я слышу, как он... Привет. Блин, прикольно, мне нравится. Настроение, как всегда, очень классное. Это что такое? Слышь, успокойся. У него один хп, мочи его. Да какой один хп, ты чё, мочишь? Блин, прикольно, знаешь что? Вы когда стреляете в воду, такие брызги прям летят от выстрелов ваших. Я все равно убью капхеда. Капхед. Слышь, я сейчас разозлюсь очень сильно. Очень прям сильно. Эй, так не надо. Вон он. Вс,
все, вселился, ура! Нет. Ну блин! Блин, ну так жестко прям выстрелил мне в пузо. Ты меня не убьешь. Он вселился. Есть! Есть! Я это сделал. Ладно, давайте другую жертву выбираю. Сейчас буду я мочить бульбазавра. Так, бульбазавра, какой у тебя этот скин? Пикачу. Ты Пикачу. О, маленькие скины, мне что-то везет на них. Пикачу, готовься. Я иду по твою душу. Надеюсь, ты не будешь колодца прятаться опять? Да не. То это будет тупо. Вы можете, кстати, этот, какое-то здание выбрать и здание оборонять. Да мы не в колодце, как это? Да не ссы, я сейчас найду Пикачу. Мы не в колодце, ты шо? Вон он. Ага, вот так, значит, да, вы? Я слышал, кто-то... Нет, тут! Отлично. Ну, ребят, позвал, ну... Позвал своего... Да. Я позвал своего товарища. Давайте, обкидывайте бомбами колодец. Ты что, выбрался? Да успокойтесь, я не могу выйти. Нет, вы мне не даете. Я реально хочу выйти из колодца, но не получается. Димас, это теперь твой новый дом. Нет, я сейчас выйду с него. У тебя бомба не стреляет. О, пацаны, знаете, что это мне напоминает? С какого фильма? Фильм «Звонок», надо с колодца выйти, да? А ты, только ты чужой. Да. А ты хочешь по этой штуке, да? Да, но вылазит. А что, у меня неужели так быстро жизни кончились? Тебя 1000. Блин, это было быстро. Так. Сейчас я, ребята, жертву выберу. Я выбираю. Я буду Фусика мочить. Фусик, у тебя какой скин? Так. Вот Фокс. Он Человек-паук. Человек-паук. Ой, тут, блин, умираешь сразу, что ли? Вот это сальтухи прописывает Спанч Боб. Вы чё такие дерзкие? А ты чё такой? А ты чё так тут спавнишься, хэй? Ты чё такой дикий? А где Человек-паук? Я его не вижу. А он невидимый. А, так нечестно. Наверное. Нечестно. Вижу Человека-паука, вижу. Я за ним слежу из кустов. Так, давай, Человек-паук, готовься, я к тебе сейчас приду. Кусты все мочите. Вселился. Мочите. Ты где? Я вселился в одного из вас. Кого? Так, это не он. Я чувствую ложь. Это тоже не он. Это не он. Это привет. Тоже не он. Блин, прикольная серия, когда они друг друга мочат. Просто говори, в кого ты вселился. А он нас обманывал. Ну конечно, я стоял там, ныкался за заборчиком. Он сказал, я чувствую ложь, но я знал, что... Да. Залез. Сел на кактус? Так кактус, блин, дамажит, говно. Так, я сейчас знаете, кого мочу? Я мочу Бенди. Кто за Бенди играет? Готовься, Бенди, фантом, тебе жопа. Так, на скалу залез, думает, что его спасет это. Так, бегает, нервничает. А он чужой, скорее всего. Фантом думает, так, как же его убить? Вот он. Ого, подожгли, нормально. У него задница горит. Меня убили. Ты сейчас, сука, вы его подожгли, молодцы. Легко это было. Так, следующая жертва, Патрика буду сейчас мочить. Ой-ой. А Патрик это у нас Good Fox. Готовься, Патрик. На тебя выдвинута охота. Ты сейчас и проиграешь сам, наверное. Ты же за карту хоть не упади. Выходи. Я иду за ним.
чтобы сок яблочный шел за ним. Ты шо, сок яблочный? Ты чё бегаешь, хорош? Патрик, успокойся. Ну? Отлично, Патрик съеден успешно. Да блин. Мне кажется, мне, я больше всех продержался. Так, теперь я жру всех, кого вижу. Меня сами убили. Ух ты, пси. Итак, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.